Вот это стадион. Вот я иду в сторону моста вдоль стадиона. Ого, с той стороны какое сооружение. На обратном пути я пойду по той стороне. И я его поближе сниму. Там что-то такое из веток. Вот он, этот мостик. Все-таки решила я посмотреть. А потом пойду дальше. Сейчас я на него спущусь. Не буду снимать, потому что я с макатом. Сейчас я его спущу по лесенке. Мне интересно стало вот на ту из веток штуку посмотреть на той стороне. Такой мостик здесь. Переход с левой стороны Яузы направо. То есть находится он в конце стадиона. Стадион Свиблова футбольный. И там, где он заканчивается, есть переход. Какая штука. Не знаю, что это такое, но это из таких веток сделано. Внутри, видимо, каркас, который обвит ветками. Не знаю, для чего она. Видимо, просто для красоты. Такая необычная. Я такой еще нигде не видела. Там дальше мостик и дорожка в ту сторону. Нужно не отходить.
Интересная штука. Там мой самокатик лежит. В общем, поеду дальше в ту сторону. Наверное, даже по этой стороне. Дальше поеду по этой стороне, потом там перейду на левую сторону, обратно уже по той стороне вернусь. Я опять перейти на ту сторону. Не буду я уже сбиваться со своего маршрута. Сейчас вернусь на ту сторону и поеду дальше. И тут хороший берег. Не грязный. Можно рыбку ловить.